Согласно с действующими на сегодняшний день нормами, потребитель не обязан оплачивать горячую воду, если ее температура ниже отметки в 40 градусов. В этом случае вода должна рассчитываться по тарифам холодной. Но доказать этот факт должен сам потребитель. Зачастую, не видя в этом перспективы, многие собственники пускают проблему некачественного водоснабжения на самотек. В итоге кубометры холодной воды убегают в канализацию по цене горячей. Кто-то решает вопрос с помощью водонагревателей, а кто-то начинает вести скрупулезный учет, устанавливая на водопроводе с горячей водой счетчик с термодатчиком. Смысл учета ресурса в этом случае такой. Счетчик начинает мотать кубометры горячей воды только тогда, когда вода идет соответствующей температуры. Кто меряет расход, меряет температуру. Если температура воды до 40 градусов, он ее записывает в одну ячейку. Если после больше 40, то в другую. Идея хорошая, но проблематичная, говорят юристы. Теплоснабжающая организация может создавать всевозможные препятствия, ведь ей это невыгодно. Однако запретить устанавливать такой прибор учета ни она, ни управляющая компания не имеют права. Вы вправе установить такой прибор учета, и управляющая компания должна его опломбировать и принимать показания по данному прибору учета. Управляющая компания обязана принимать показания прибора, так как он есть в госреестре. Управляющий не принимает, это уже просто прихоть управляющей. Вот и все. Насколько выгоден счетчик с термодатчиком, решает каждый собственник самостоятельно. Но то, что окупится он не скоро, факт. Стоимость одного такого прибора учета колеблется от 4 до 6 тысяч рублей.